Привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим, и это значит, что сегодня будет что-то вкусное. Сегодня с вами приготовим блюдо, которое я назвал кабачанники. Это блюдо из кабачков с начинкой. Вам понравится стопудово. А всем любителям вкусно похрустеть понравится то, что вы увидите в ближайшие 30 секунд. Барные гренки. Вкусно, как в баре. Теперь у тебя дома. Подробнее о гренках гренков можете прочитать в описании, там будет ссылочка. Ну а у нас кабачанники. Откуда рецепт, ребята? Рецепт просто тупо взялся из ниоткуда. У меня когда-то остался цукини, у меня когда-то осталась там какая-то запеченная курица. И в своем инстаграме, именно поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, там бывают всякие необычные вещи. В моем инстаграме я разместил, ну, рецептик, типа, вот я приготовил там что-то из кабачков, такой, о, кабачанники назову это. Я придумал блюдо, которое называется кабачанники. А тебе как кабачанник, Полин? И люди такие, давай рецепт, где, ну, писали в директ, да, давай рецепт на основной канал. Вот 2 недели прошло, и я решил все-таки снять, действительно. Ну, потому что практичное блюдо, особенно, наверное, после сезона кабачков. Использовать можно и обычные кабачки, и кабачки цукини, не вопрос. Обрезаем хвостики. Ну, и вот эти вот тоже можно немножко обрезать. Они не очень удачные. Оп. Оп, вот так вот. У меня 3 цукини. Цукини штука классная, на самом деле. Она классная, потому что, во-первых, цукини можно практически не подвергать тепловой обработке. Есть сырыми. Ну, так же, как и кабачки, в общем-то. С баклажанами так не прокатит. А вот с цукини нормально. Зачем я так разрезаю? Да потому что я сейчас буду все это натирать. И мне надо чуть поменьше. Оп-оп-оп-оп. Запускаем шайтан-машину. Как же стало просто жить, боже мой. Все. Ровно 5 секунд нам потребовалось, чтобы измельчить цукини. А, кстати, подожди. Я пока еще не убираю этот агрегат, потому что я еще хочу туда добавить сыра. Вот теперь хорошо, теперь нормально. Ну, вы также на терке это делаете. Я все это добро складываю в какую-нибудь емкость. У меня это кастрюля, как вы видите. Примерно на 1 цукини я добавляю 1 яйцо. Ну, в данном случае у меня цукини не очень крупные. Поэтому я все равно добавлю на 1 цукини 1 яйцо. Итого 3. Непременно дырявой ложкой добавляем муку. Если дырявой нет ложки, то ничего не получится у вас. Муку я буду добавлять, естественно, по консистенции, да, то есть как у меня будет все это выходить. Я сейчас буду размешивать и смотреть, чтобы у меня получилось хорошо. Ну, в принципе, нормально. Можно, наверное, еще чуть-чуть мучки добавить, но я постараюсь минимизировать этот процесс. Так, теперь усугубляем все это солью. Кабачки, цукини, равно как и в курицу, я всегда добавляю орегано. Прекрасно подходит. Равно как и чесночок. У меня удобный гранулированный. Черный перец будет тоже абсолютно в тему. Дальше можете фантазировать как хотите, добавлять ваши любимые специи. Мне нравится так. Отлично. Не, больше муки не надо, уже консистенция и так такая, как мне нравится. На самом деле, когда вы солите кабачки, они начинают выделять влагу, и вот это все становится еще более влажным. Поэтому муки, может быть, еще добавьте. Я нормально добавил, мне 2 ложек, в принципе, хватит. Если вдруг не хватит, то я уже по мере обжаривания буду это добавлять. В этом блюде будет начинка. Начинка абсолютно фантазийная. Тогда в инстаграме у меня была курица оставшаяся. Сейчас у меня опять-таки есть какая-то вот типа ветчины, да, допустим, вот такое вот мяско. У меня есть сырок. Сейчас что-нибудь намесим, ребята, и сделаем. Будет вкусно, что. Нарезаем то, что у вас есть. Вот так вот кубиками. Так. Будем замес начинки делать в какой-нибудь таре. Туда уходит опять-таки сыр. Я обратно собираю свой агрегат, забыл, что мне еще сыра надо потереть. Я его не мою, потому что нафига. Вот так вот.
Так, выкладываем. Это у меня кинза, опять-таки, по желанию, да? Я начинку делаю так, как хочу, и из того, что у меня есть. У меня есть кинза, я добавлю. Я что-то стал уважать кинзу в последнее время. Вырос, наверное. Все, добавляем к замесу. И теперь мне надо эмульгировать это все, то бишь объединить как-то. Вкусно, влажно. Естественно, мазик, ребята, мазик выручает всегда. Поэтому делаем майонез в качестве связующего. Мало майонеза, добавляем еще майонеза. Мало половин. Тьфу, блин, нет, это не то. Вот и отличненько. Можно посолить, поперчить, если сыр не очень, если не очень соленый сыр. В моем случае он не очень соленый, поэтому я чуть соли добавлю. Я костромской использую. И опять-таки, чтобы не отходить от классики, я добавляю чуть-чуть гранулированного чеснока. Все, ребята, у нас и замес готов, и оболочка, так сказать, готова. Пойдемте, покажу, что с этим делаем. На сковородку немного масла и столовой ложечкой выкладываем аккуратнее. Ну, аккуратные такие, типа драники, да? Потом идет начинка. Кладите как для себя. Ну, в то же время не переборщите, да? Так. Сверху пластинка сырка. Ну, понимаете, да, тут что хотите, то и воротите. То есть можно добавлять, можно не добавлять, все что угодно. И сверху закрываем еще порцией кабачка. Так, теперь нам бы это все аккуратно перевернуть как-нибудь. Оп-оп-оп-оп. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не получилось неприятность со вторым. Давай-давай-давай-давай-давай. Оба. Третий кабачаник. Ну и с четвертым должно все получиться вообще ловко. Но это вообще не точно. Так. Оп-оп. О. А так вот и обжариваем с другой стороны. Тут, в принципе, ингредиенты все такие, что их можно есть сырыми, как я и говорил. Просто нам надо, чтобы красиво вышло. Все, можно кабачаники смело снимать и выкладывать на покушать. Ну чё? Как в ресторане, блин, подача одного кабачаника. Чё вы ждете в конце? Элементарный рецепт, который можно делать так, можно сяк, можно наперекосяк. Повторяйте и все. Попробуйте со своими начинками, попробуйте с кабачками, а не цукини. Единственный момент, что я все-таки добавлял, мы, к сожалению, не успели это снять, добавлял муку, еще где-то 2 столовые ложки, для того, чтобы форма держалась, потому что от соли выделилась влага, как я и говорил, и пришлось добавить. Всегда ты балансируешь на грани того, что ты переборщишь муки и лишишься дополнительной вот этой нежности какой-то, да, овощной. Вот, и поэтому я стараюсь по минимуму сделать, то есть первую порцию я даже могу там немножко накосячить, там пробный сделать и чуть-чуть еще добавить муки. Вот так вот сделать. Чем, когда ты много замучишь, у тебя получится просто такие каменные тупо блины, короче. Вот. Поэтому потихонечку, по ощущениям и привыкните. Отличные кабачаники. У меня нет ощущения, что я ем, я не знаю, лаваш. Потому что муки добавлено столько минимум, сколько надо, короче. Так что все, друзья, в общем, повторяйте. Всего вам вкусного. До свидания.